лет в обед. Не делали эфирчиков никаких. Как у вас настроение? Привет, Кьючи. Как настроение у вас? What's up, man? Настроение боевое, нет? Настроение новогоднее, праздничное у вас, ребят? Скажите мне, пожалуйста. Это важно. Я поняла, что очень важно себя настраивать. На какую волну настроишь себя, на такой волне и поедешь. Сонечка, привет! Хотела ли бы я вернуться на шоу «Звезды в Африке»? Ну, если бы, конечно, у меня не было бы вот этих проблем тогда с тем, что мне нужно было пить таблетки 3 раза в день, желудок лечить, конечно, наверное, все было бы иначе. Ну, в принципе, можно вернуться. Почему нет? Why not? Как твои дела, зайка? Ты здесь? Жду тебя в Москве. Не очень новогодний, почему? Надо себя настраивать. Как я себя настраиваю? Я убираю все, что доставляет мне неприятные ощущения, эмоции, воспоминания. Я просто как это, знаете, надо уборочку дома делать. Мы же делаем уборку дома. Также надо делать уборочку в жизни. Все, что доставляет что-то такое неприятное, надо сразу убирать. И все. Также с ковидом и со всем, чем хочешь. В моем пространстве его просто нет. Вообще нет. Я даже не думаю про это. И не вспоминаю. Спасибо за ваши комплименты. Где я буду отмечать? Я думаю, что на несколько вариантов, пока думаю еще. Привет. О, помада «Дождались», она вам понравилась, это очень круто, мне приятно, что вам понравилась помада. Она на самом деле очень классная, когда ее правильно наносишь. А наносить ее нужно бархатную текстуру, которая бархатная, ее нужно вот на все губы, а по контуру делать именно та, которая делает контур. Очень круто делать контур. Да, все правильно, молодцы. Армении тоже большой привет. Прибольшую. Помады еще есть. Кстати, помады осталось тоже немного. И даже мы жалеем, что мы не заказали больше, но мы как-то сначала в первый раз побоялись. Вот, потом тоже не понимали. Сейчас вот новую партию делать, это тоже занимает несколько месяцев, так что осталось ее совсем чуть-чуть. Курс для тела. Курс для тела к весне, да? Давайте, к весне, сейчас куда. Что я хотела сказать насчет прививку, ребят? Я сейчас делаю себе грин-карту. Ну, как бы, мне нужно сделать документы. И мне без прививки никто не сделает грин-карту. А она мне очень нужна. Ну, я имею в виду в Америку, да, карту. И каким образом, вы считаете, я должна поступить? То есть я вот думала, и повторяюсь, 10 раз повторялась, если бы я имела возможность выбрать, я бы, конечно же, отказалась. Но у меня нет возможности этой выбрать. Поэтому. Let me just show you beautiful Moscow. This is Moscow. Почему не купили сертификат? Потому что в Европе сертификат так не купишь, это не работает. Смотрите, красиво. Викуська, как дела?
Москву можно было приехать купить. Спасибо за ваши советы, конечно. Вы такие молодцы, такие крутые советы дают. Надо было приехать в Москву, купить здесь справку, что ты сделал прививку, с этой липовой справкой поехать получать визу. У тебя бы потом посмотрели, узнали бы, что ты не делал прививку, нахер бы завернули тебе лыжи раз и навсегда, никогда бы ты не получил документы. И все. И на этом все. Спасибо за совет. Вот так мы в России живем. Зачем тогда ее делать, вообще не понимаю. В какой штат я поеду? Штат называется Калифорния. Калифорния — мой любимый штат. Куда приобрести помаду? На странице Bonia Beauty. Ее можно прям одним кликом приобрести сразу, девчонки, если что. Помада осталась вот буквально там, не знаю, ну очень мало. Пару тысяч осталось, это как бы немного. Я думаю, они прям до Нового года уже разойдутся. Вот. Приезжай в Санкт-Петербург. Обязательно приеду в Санкт-Петербург. Безумно хочу в Санкт-Петербург. Кстати, приглашали в Санкт-Петербург пару недель назад. Меня приятель из Санкт-Петербурга приглашал, как приезжай, но он уже завтра приезжает в Москву. А так, конечно, я обожаю Питер. Анжелишка хорошо, спасибо. Она в школе учится, сегодня с ней разговаривала. Такая большая. Вот я ее не видела 2 недели, и она так выросла, так похожа на папу. Я на нее смотрю, просто вообще купи папу. Привет, Сашенька. Сегодня, значит, я взяла тетрадь, чтобы там написать. Смотрю, у меня там дневник вела. 2005 год. Записи нашла свои. И такая, вау, читала свои мысли. Думаю, насколько же тогда они отличались от моих мыслей сейчас. Считай, прошло 17 лет. И за 17 лет я...
прям шикарный. Одна беременная девочка была прям вообще прям на 9-м месяце. Это такой кайф, я вас так люблю. Вы прям... мне подобная энергия, я вас безумно люблю. Да, все мы правда, действительно так. Ой, насчет спины, я вам всегда... Надо мной, конечно, просто потешаются все. Я так понимаю, что часто все, что я советую, это выставляется в таком смешном свете, ребят, в том числе... Она не ответит мне, все, я реву. Я отвечаю вам, просто не все сообщения вижу. Я вас тоже очень люблю. Как забыть прошлое, начать с нуля. Нафиг. Все, что не доставляет счастья, удовольствия, нафиг из жизни выбрасывать. У вас много жизни, у вас много времени. Просто нафиг выбрасывать. Вот просто чистить. У вас сейчас Новый год. Новый год на носу. Новая энергия. Обнуление. 22-й год. Это наполнение идет сейчас. Было обнуление, сейчас начинается обновление. Если вы сейчас не выкинете весь хлам, всех тех людей, которые относятся к хламу и так далее, ничего хорошего не ждите. Вот прям начинаешь тонуть в этом болоте. Просто все. А, да, ответила так. Так что, мои хорошие, целую вас, обнимаю, я почти приехала. Чистим пространство, наполняем его любовью, светом, благодатью, красотой. Обожаю вас. И вы меня понимаете с полуслова. Вот просто, мне сегодня журналист звонит, она такая, ну как же, вот эта девочка купила у вас курс за 60 тысяч рублей. Кстати, хочу сказать спасибо этой девочке, которая 60 тысяч рублей потратила на мой курс, чтобы его обосрать на своем YouTube. Спасибо тебе, дорогая, большое. И она говорит, вот она сказала, что там вот у вас там какой-то, вы там из какой-то книги плагиат давали про какие-то задания. Я говорю, ну я что, не могу задания из книги давать? Да, вот сюда, сейчас, секундочку, я прям хорошо закончу. Да. Я говорю, спасибо, что вложили тоже свою лепту. И она такая, вы обижаетесь, журналист спрашивает. И я говорю, я не обижаюсь. Я вообще давным-давно уже ни на кого не обижаюсь. Смысл в этом во всем, правильно? Абсолютно нет никакого смысла. Все это бессмысленно, глупо. И я только благодарна, то, что она об этом говорит. И пусть качает, правильно? Когда говорят, это офигенно, правильно? Все, я вас обнимаю, целую, я просто приехала навстречу, люблю, пока, love you, я поджоли кашу, хорошо, пусть будет так, пусть я буду так, люблю, пока, так, как теперь выйти, подождите-ка, сейчас, блин, как отсюда выйти, а, вот.